Новое место работы пришлось по душе. Об этом руководитель Самарского полицейского главка говорит в самом начале встречи. Прежде чем возглавить полицию 63-го региона, Александр Винников 20 лет стоял на страже порядка в Санкт-Петербурге. Затем был переведен в Магаданскую область. Следующая ступень – Самара. Главный полицейский делится. В городе особенно его впечатлил исторический центр и памятники культуры. Те временные неудобства, которые вот сейчас в городе есть, это временные неудобства. Поэтому их надо немножко пережить, перетерпеть. Будут хорошие дороги, хорошие скверы, парки. По словам начальника полиции области, большинство преступлений в губернии – это распространение наркотиков и уличные грабежи. Поэтому в первую очередь необходимо усилить охрану порядка. А вот обманутых дольщиков в регионе становится меньше. Количество их уменьшается в нашем субъекте. Это действительно объективно уменьшается. Я вот, допустим, понял, что есть дела уголовные, которые экономические. Они не то, что очень трудно расследуются, они долго расследуются. Долго это не зависит от сотрудника, да, это зависит от ряда других факторов, то бишь очень долгие экспертизы всевозможные там. Своим жизненным кредо Александр Винников называет профессионализм и порядочность. Именно на этих принципах он и намерен выстраивать работу Самарского областного главка. Алина Чемерес, Константин Головин, «События».